Доброго дня, ребята. Ну и подходим мы к саду библиотеки университета. Короче, ничего нельзя. Пойдем поверх. Такие аккуратненькие ступенечки. Дядечки, охраннички. Красивенько. Люди сидят, читают. Красиво, ярко. Камни. Пойдемся куда-нибудь. По газончику. Посмотрим, что там есть. Поднимемся наверх. Наверху тоже будет что-нибудь интересное. Все в уклонах таких, вот таких вот лианочки. Все так вот заплетено. Красиво. Осень. Игра цветов. Вот такие вот интересные проходы. Туннельчики. Сейчас поднимемся наверх. Такая вот водопадик. Пойдем наверх. Пойдем наверх. Такая штука. Вот еще растет всякая ерунда. Вот. Так. А он, я еще заметил, что он тут, он дядя, за мной ходит. Ну ладно, я, может, выгляжу подозрительно. Поднимаемся везде. Такой интересный купол будет. Сейчас посмотрим. Поднимемся наверх, потом спустимся вниз. Там будет видно, что там интересного, что там неинтересного. Прикольно, сфера такая. Такие растения непонятные. Пью-пью. Очень кайфово пахнет. Пойду сначала сюда. Чинит. Что-то насыпает. Привезли чернозу. Очень странно, пахнет чем-то сладким. Не могу понять, чем. Неужели эти кусты издают такой запах? Интересно. Так. А теперь что? А тут? Ага. Тут закрыто. Ладно. Идем дальше. Идем дальше. Ага, тут тупик. Тут тупик. Ладно, пойдем назад.
прикольное насаждение такие. Они тут все в таких туннельчиках. Вот тут нет такого запаха. Вот когда выходишь туда, там интересный запах. Сладкий. Сладкий запах. Ладно. Сейчас будут красивые виды. Я думаю. Сейчас посмотрю. Какие-то растения еще цветут. Пчелка сидит. Люди прогуливаются, ходят. Короче, класс. Красиво до безобразия. Это мы находимся в центре Варшавы. И вот такая вот песня. Интересная сфера. Сфера дикого винограда. Такая сфера. И вот это вот будем говорить освещение. Освещение, наверное, в залах. Так. Куда бы еще? Ну, можно сюда подойти, посмотреть, что там. Вон сама библиотека. Вон она. Большая, что никого не видно. Не, но люди заходят. Пойдем сюда, по этим штукам. Прогуляемся так. Где-то что-то вырежется. Где-то что-то подрежется. И будет видно, как оно все наблюдается. Все интересно. Заплетенной виноград. Такие ходы. Клиент, я мам двух таких клиентов. Да. Он еще есть. О, тут не так сладко пахнет, но тут еще розы есть. Но ключицы, что были заморозки. Ух ты, как красиво. Прикольно. Вот, опять тут пахнет сладко. Я уже думаю, наверное, что вот это вот такие вот интересные кусты. Может, они так пахнут? Я не знаю. Хвоя, виноград. Может, это дикий виноград падает и дает такой запах специфический. Карликовые сосны. Красивые такие. Офигеть. О, яблонька с маленькими яблочками. О, опять сосенки. Туннельчики. Вообще прикольно. А он бывает желтый, а бывает черный. Может, это они пахнут? Нет, они ничем не пахнут. Ну, винограда много до безобразия. И его никто не собирает. Он, наверное, тут дичает таким образом. Видно, сколько его. И он дичает и осыпается. Сейчас посмотрим, что тут будет дальше. Даже если мы скинем, никто не знает, сколько людям надо скидываться. Высаживают что-то. Ого. Такой колизеечек. Ну, тоже прикольно. Сейчас поднимемся на смотровую площадку, вижу. И на нее тоже надо подняться. Ну, там уже толпа людей будут нахально щемиться. Сейчас посмотрим.
секунду. Быстренько прошел. Офигенно. Вот такая штука. Стадион народовый, большой. Такая штука. Выглядит круто. Так, все, можно валить дальше. Мешаю людям фотографировать, потому что делать? Ну, мне там стоять, ждать, пока они поймают ракурс, тоже такое себе, если честно. Хоп-хоп. Уединенные лавочки. Посидеть, почитать книжку. Ну, может, и не книжку. Это не так. Хоп, на два человека лавочка. Даже кайфово. Вот он видно четко, что он желтенький, кайфовенький. Есть желтый, а есть синий. Он весь дикий. И опять я пришел к сфере. Сфера есть. Такая большая, красивая. О, как будто фокус. А тут что у нас? А тут у нас... О, читальный зал библиотеки. Такое тоже интересно. Ну, прикольно. Ну, все. Спускаемся вниз. И там будет что-то интересное. Посмотрим, тоже обойдем, чтобы понимали. Так, это спуск у нас вниз. Тут спуску. Так это все выглядит. О, моя тень крутая. Эй. Кто-то погоняет. Очень быстро спускается. Человек спешит. Мы просто наслаждаемся видами. И своей крутой тенью. Такая система. Интересное водоснабжение. Она стекает вниз по этим желобкам и течет дальше. Куда она течет, сейчас мы узнаем. Если честно, самому уже стало интересно. Так, есть какой-то микропрутик. Все слышно, как вода течет, бежит, и мы идем дальше. Ландыши. Что-то шумит. Ручеек пробегает стой. Вот он такой. Оттуда бегит. И идет дальше. Хитрые вороны. Их кормят. Березки. Красивые такие. О, ручеек. Ручеек, деревянная кладочка. Есть просто мостик. Есть деревянная кладочка. Я пошел по деревянной кладочке. Так. А, мы идем же. Ладно, потопчемся по газону. Что мы не можем себе позволить этого? Можем, если охранник не смотрит. А вот этот ручеек дальше. Течет.
и проходит дальше. Идем по следу ручейка, так сказать, ручеек и приключения. Так, пройдемся сюда. Очень яркие, насыщенные краски осени. Я просто от них балдею. Вот. Такая тема крутая. Офигенно. Все в разных цветах. Вот так вот. Такое ощущение, что они искусственно набросаны. Я не знаю, она не передает камера вот этой вот красоты. Такие, оп-оп. Красивенько какое-то здание. Тоже, наверное, техническая постройка. Университетская или что. Немножко мох. Смотрю, и глаз радуется, если честно, ребят. Так. Тут еще зеленое все. Так. И мы переходим к маленькому прудику. О, маленький прудик с рыбками. Интересно, вам будет видно рыбки или нет? А рыбок не видно. Угу. Ну, они стоят. А вон, видно рыбок. Угу. О, вообще, их много там. Они балдеют. Так. Так, увага. Стан глубокости 1,80 м. Угу. Согласен. И рыбёхи. И рыбёхи. Крутые рыбёшки. Но они все одинаковые. Так, идем дальше. Что у нас тут еще есть? Так, о! Ха, одинокая лилия. Ребята, вот это вот красиво. Очень красиво. Это, наверное, шикарно. Так. Вижу еще одну сферу. Что это такое? Сфера? Сфера. Очередная сфера. Подойдем-ка. На здоровье. Очередная сфера с винограда. И получается, с камня бьет ключик. Пью-пью. Потрогал. Мокренько, но красивенько. Так. Охрана, security, охрана парка, чтобы не нарушали дисциплину и порядок. Ну, все серьезно, как и должно быть в хороших организациях. То есть люди бдят за порядком, чтобы не было разных, будем говорить, правонарушений. И это, я рад такому, что тут так это происходит. Вы заметили, что в парке никто не употребляет алкоголь, не употребляют сигареты? Это важно. Он маленький, аккуратненький парк. Все, ребята, и на этом моя прогулочка по парку закончилась. Пойду искать что-нибудь дальше. Всем благ и благоприятной среды обитания.